На стадионе «Торпедо» прошел слет воспитанников спортивных школ городского округа Люберцы. Праздник собрал юных футболистов из разных команд и учреждений. Для каждого игрока, независимо от результата матча, приготовили призы и памятные подарки. Слет воспитанников спортивных школ уже стал традиционным праздником. Два раза в год на одной площадке собираются дети, которые занимаются в разных учреждениях, но имеют одну общую любовь – любовь к футболу. Зимой они встречаются в «Триумфе», а летом – на главном стадионе округа. Мы хорошо поиграли. Я довольна. Мечтаю стать хорошим игроком. Проект организовал спорткомитет городского округа Люберцы совместно с Федерацией футбола и футбольной школой «Спартак». На этот раз лед собрал около 200 участников. Главная задача вообще федерации и спортивного тренера в целом – это привить любовь к спорту у ребенка, неважно, каким спортом он занимается. И здесь не важен результат, как важно само участие и улыбка и радость у ребенка на глазах. На футбольном поле встретились 12 команд. Их распределили на две возрастные группы – 2009 и 2013 годов рождения. После игры все участники слета получили командные кубки, именные награды и памятные подарки. Ребят, почему не поддерживаем? Ну, наверное, будет приятно, если вас тоже будут поддерживать. Третье место. Наверное, существует выражение «Единство нашей силы». Получаем опыт. Были ошибки, но это временно. В люберецком футболе есть большой потенциал. На сегодняшний день на территории городского округа работает 8 спортивных школ, где обучают азам этой игры. Футбольные секции посещают примерно 2000 детей в возрасте от 5 до 16 лет. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.